Добрый день, дорогие друзья и коллеги! Сегодня у нас в гостях Александр Бондаренко, руководитель компании «Транслотель» и преподаватель перевода, известный своей деятельностью в области налаживания контакта между вузами и остальными представителями отрасли. Александр – автор множества публикаций и исследований на тему взаимодействия вузов и отрасли, докладчик нескольких конференций, в том числе обеих предыдущих UTIC, а также сооснователь образовательной инициативы Cat for Grad. В рамках последней и состоится наша сегодняшняя онлайн-встреча. Александр пришел к нам не один. Гостями-экспертами станут профессор Леонид Николаевич Черноватый, глава Всеукраинского союза преподавателей перевода, и доцент Наталья Павлюк, одна из преподавателей, воплотивших инициативу Cat for Grad в своем вузе. Сегодняшний вебинар буду вести я, Валентина Козлова. Я также буду собирать ваши вопросы к докладчикам, чтобы задать их им в конце вебинара. Вопросы можно оставлять, как я уже говорила, в чате и YouTube-трансляции справа от видео. Если у вас нет учетной записи Google, их можно оставлять в специальном посту к Фейсбуке, в комментариях к нему. Ссылка на этот пост расположена на текущей странице в комментарии к видеотрансляции под самим видео. Также эта ссылка была отправлена вам в письме. Ну что ж, коллеги, переходим к основной части нашего вебинара. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. Слово вам. Спасибо большое. Коллеги, здравствуйте еще раз. Прежде всего хочу поблагодарить UTIC за предоставленную возможность выступить и ознакомить с результатами своей работы. А также хочу сказать, что сегодняшнее мое выступление в некоторой степени является символичным, потому что именно, как говорила Валентина, на первом UTIC в 2013 году, но и в рамках общего исследования переводческих компетенций, едва ли не первый раз, была поднята тема недостаточного внимания вузов к технологическим компетенциям. Для незнакомых с исследованием отсылаю к декабрьскому номеру журнала Multilingual или к записи выступления на UTIC. В двух словах скажу о результатах по технологическим компетенциям. Речь идет именно о том, что состояние дел с этим блоком компетенций в вузе было самой критичной технологической компетенцией. Многие преподаватели попросту не слышали ни о катах, ни о других аспектах технологических компетенций, поэтому результатом исследования было этого блока дали неожиданные результаты. Если вы посмотрите на экран, то увидите, что преподаватели выбирали самые различные компетенции, которые на самом деле не так важны для профессионального переводчика. Это и умение пользоваться системами распознавания голоса, и понимание языка разметки и так далее и тому подобное. Если мы перейдем на следующий слайд, то увидим, что представители индустрии, если можно, давайте перейдем на следующий слайд. Да, спасибо. Выделили две компетенции, которые вот они считают как работодатели важными. Это умение использовать средства автоматизированного перевода и работа с файлами, и умение их конвертировать. Вот такое вот противоречие между тем, что нужно работодателям, и то, на что обращают внимание в вузе. Хочу сказать, что с тех пор, в течение 3 лет, проблема широко обсуждалась в академических и профессиональных кругах, однако предлагаемым решением, на мой взгляд, не хватало системности. Порывы отдельных коллег-энтузиастов, спорадические попытки научить катам вне учебных программ, использование крекл программ или трайл-версий не решали проблему в целом, то есть системно. А отсутствие системного решения отбивало охоту заниматься этим у методистов вузов. Поэтому, проанализировав накопившийся опыт в рамках проекта Vox Translatorum, а также ту переводческую практику в рамках своей компании, которую мы уже проводим больше 10 лет, я пришел к необходимости создать платформу, где по вопросу технологических компетенций смогли бы встретиться обе заинтересованные стороны. Таким образом, как я уже сказал, мы пришли к тому, что необходимо создать платформу, где по вопросу технологических компетенций смогли бы встретиться обе заинтересованные стороны. С одной стороны, это вузы, стремящиеся качественно подготовить студентов, и с другой стороны, производители программ, идущие им навстречу. Поэтому в сентябре прошлого года, когда возникла инициатива Cat for Grad, партнером ее стал Всеукраинский союз преподавателей перевода. Если можно, 8-й слайд. Помимо чисто альтруистических соображений,
То есть вопрос о социальной ответственности. Интерес производителя является абсолютно прагматичным, производителем программного обеспечения. Сегодняшние студенты – это потенциальные клиенты, а объем кафедр перевода и выпускников-переводчиков в Украине, и как и в других постсоветских странах, позволяет рассматривать сотрудничество на этапе вузовской подготовки как, в принципе, серьезное задело для будущего успеха производителей КАТа. Таким образом и возникла инициатива КАТФОГРАД, платформа, максимально учитывающая интересы обеих сторон. И первым этапом работы над проектом стало привлечение производителей к сотрудничеству. А сейчас это 7 ведущих производителей катов в мире. Несколько производителей присоединятся к проекту в этом году. Еще всем производителям, принимающим участие в проекте, была предоставлена возможность рассказать о функционале своего продукта. И при этом мы очень старались, чтобы вебинары не превращались в очередной пиар того или иного ката, а стремились нивелировать порой даже рейтинги популярности продуктов, хотя и это очень немаловажно, учитывая тем катам, которые являются самыми популярными, распространенными. И занимали по возможности нейтральную позицию к каждому производителю. Поэтому на вебинарах представители ведущих компаний, производящих каты, в основном давали информацию, ориентированную на будущих преподавателей дисциплин автоматизированного перевода. Они пиарили свою программу. Эти вебинары помогают будущим преподавателям получить базовые знания о катах, а также о том, на какую техническую поддержку они могут рассчитывать от конкретного производителя. Это касается установки и функционирования программ. На вебинарах производители также рассказывают о тех мероприятиях, которые они проводят в своих странах и, в принципе, в мире для того, чтобы поддержать вузы и преподавание катов в вузах. Ключевыми моментами для нас была потенциальная возможность и готовность взаимодействовать с вузами. И эти критерии включали в себя следующее. Первый из них – это лояльность в ценовой политике. Ну, тут подразумевается бесплатные академические лицензии, методическая поддержка, второй критерий, который подразумевает под собой представление материалов по обучению учебников, а также так называемых translation kits – это набор содержащих упражнения, а также предоставляющихся к ним файлов, тем, текстов для перевода и так далее. То есть всех тех материалов, которые позволят преподавателям без проблем разрабатывать и читать курс у себя. Кроме всего, критерием достаточно важна была техническая поддержка, на которую вузы могут рассчитывать от конкретного производителя. Юридическая поддержка – это комплекс мер, доказывающий легальность лицензий, которые были переданы вузу, а также возможность сертификации преподавателей и студентов. Пока такая сертификация разработана не у всех производителей, но все к этому стремятся. Именно такие аспекты были для нас значимы. Поскольку почти 17 лет я проработал в системе образования, то это позволяло мне более-менее объективно вычленить те объективные и субъективные трудности, которые препятствуют модернизации обучения переводчиков. Однако подробнее об этом, полагаю, нам расскажет глава Всеукраинского союза преподавателей перевода, профессор кафедры перевода с английского языка университета имени Каразина Леонид Николаевич Черноватый. Леонид Николаевич, вам слово. Пожалуйста. Союз преподавателей перевода всеукраинский, он был создан несколько лет назад. И в рамках союза исследуются разные направления, которые нужно бы обеспечить для того, чтобы повысить эффективность обучения вообще. Анализ, ну, целью обучения в университете есть формирование так называемой переводческой компетентности, или лучше сказать, компетентности, профессиональной компетентности переводчика. И ее анализом занимаются многие исследователи в области методики обучения перевода в мире. Если обобщить их результаты, то мы увидим, что там есть компоненты, которые на данный момент в содержание обучения будущих переводчиков не входят, поскольку они появились просто недавно. Одним из таких компонентов есть как раз владение
автоматизированными системами перевода, которые применяются в современных переводческих компаниях. Еще в связи с тем, что многие переводчики, наши выпускники, пытаются устроиться на работу в режиме онлайн, поскольку таких реальных мест работы переводческой у нас в стране объективно не хватает для того, чтобы обеспечить всех, то одним, когда они нанимаются на работу, то одним из вопросов как раз есть, владеют ли они этими автоматизированными системами и в какой мере, конкретно какими и так далее. Ну, все это, и включая и конференции, и круглые столы, которые мы проводили в последнее время, натолкнули на мысли, привели к выводу о том, что это нужно было бы включать в содержание обучения. Но на пути непосредственного внедрения в процесс обучения там стоят несколько проблем. Одни из них имеют субъективный характер, другие – объективные. Ну, к объективным можно отнести, прежде всего, скажем, отсутствие достаточного количества компьютеров в конкретном университете с соответствующим программным обеспечением. Раз. Дальше. Непонимание или незнание вообще этих автоматизированных систем, то есть большинство преподавателей их никогда не видели. Если мы возьмем, скажем, Александра Сергеевича, то у него удачное сочетание, он работает в университете, он преподает переводы, он видит реально студентов и их проблемы. С другой стороны, он руководитель достаточно современной переводческой компании и точно знает, что там необходимо для того, чтобы в ней успешно работать. А, к сожалению, если мы возьмем вот те 90 с лишним кафедр перевода, которые существуют сейчас в Украине, то далеко не на всех есть такие люди, которые четко осознают. Наталья Вениаминовна, здравствуйте. Очень хорошо. Здравствуйте. Благодарю. Вы как всегда очень любезны. Спасибо. Вот, поэтому, ну, трудность обычная, люди не знают, что это такое. Они хотели бы это внедрять, но они его никогда не видели. Третья объективная трудность, наверное, самая трудная, это в том, что они достаточно дорогие вообще-то эти системы. Их покупать могут только такие, ну, продвинутые переводческие компании, которые за счет ускорения скорости перевода, они, как говорят, отбивают цену этих программ. Вот. Но благодаря Александру Сергеевичу мы узнали, что существуют и возможности получения университетами бесплатно таких вот программ, может быть, упрощенных, но, собственно говоря, нам нужны какие-то базовые принципы для того, чтобы просто их обучить. Вот. И в рамках этого союза преподавателей перевода нам удалось, вот, и так как у нас и Наталья Вениаминовна там работает, и Александр Сергеевич тоже, поэтому путем вот обсуждения такого мы очень много узнали. Потом, благодаря Александру Сергеевичу, мы получили возможность доступа к таким бесплатным программам. И таким образом мы в основном преодолели объективные трудности. К субъективным относятся, ну, скажем так, инерция мышления. Многие университеты, ну, они просто, то есть некоторым интересно просто потому, что это что-то новое, как любым профессионалам. Профессионалам всегда интересно что-то новое, даже если это приводит к затратам времени дополнительным, не приносит никаких материальных благ и так далее, и так далее. То есть не заставляет их что-то перестраивать и так далее, и так далее. Но многие преподаватели, они люди, ну, как обычные люди, они загружены своими личными проблемами, кроме тех, которые у них на работе. Поэтому
они вообще-то не горят желанием, скажем, осваивать новые курсы, затрачивать свое время на это. И это вы понимаете, все проблемы, которые там происходят. Дальше. Ну, университеты, если так говорить честно, то они не так уже заинтересованы во внедрении этих программ. Ну, это лишняя головная боль, во-первых. Так, преимуществ каких-то, но они не видят. То есть руководство высших учебных заведений, ну, в основном оно смотрит на проекты, которые там какие-то выгоды приносят. Так как в стране у нас фактически отсутствует конкурентность между вузами в борьбе, скажем, за тех же переводчиков, то внедрение этих систем они не видят непосредственных каких-то позитивных результатов. И в совокупности вот эти все вещи, они приводят к тому, что ну, разговоров много о том, что это нужно внедрять, а желающих заниматься этим, ну, на порядок или на два порядка меньше. Поэтому, вот обсуждая эту проблему с Александром Сергеевичем и другими представителями переводческой индустрии, ну, у нас появилась такая идея, что мы должны создать, пусть немного, пусть их будет два, вот в Киевском университете Гринченко и в Харьковском университете национальном имени Каразина. Мы планируем так, что, скажем, два преподавателя, вот эти, которые есть, вот Наталья Вениаминовна и Алла Сергеевна, они пройдут обучение, я думаю, они уже прошли обучение, так, они получат сертификаты от компаний, которые выдают. Дальше они обучат одну группу студентов на основе вот этих вещей всех. Студенты будут протестированы самой компанией. Ну и так далее. Далее я во второй части, там, может, более подробно об этом расскажу. Но пока вот программа такая. Мы надеемся, что эти вот наши два преподавателя очень хорошо все освоят, и тогда мы можем, по идее, проводить, скажем, семинары в разных городах, или, скажем, в Киеве, там, в Харькове, еще где-то, кто выразит желание принимать такие семинары, куда будут собираться желающие преподаватели из других университетов. Там они уже смогут получить опыт непосредственный такого обучения. Потому что там много проблем. Недостаточно просто дать эти программы. Нужно разрабатывать методику обучения этому. На данный момент она отсутствует. Так, и преподаватели, которые сейчас работают, ну, они там будут, кто больше на интуитивной основе, у кого там больше методическая подготовка, тут может какую-то систему упражнений сможет построить. Но, во всяком случае, этот процесс мы только начинаем. И это процесс не быстрый. То есть нам понадобится, ну, как минимум год сейчас семестр на пилотное обучение и семестр потом на экспериментальное обучение с осмыслением, с публикацией результатов. Ну и потом мы надеемся, сказать, нести это мудрое, доброе и вечное в широкие массы преподавателей перевода. Но у меня пока все. Спасибо большое, Леонид Николаевич. Я буквально несколько слов прокомментирую то, что вот вы сказали, и мы пойдем дальше по нашему плану. Все проблемы, озвученные вами, безусловно, в рамках проекта решить невозможно. Однако, на мой взгляд, я думаю, некоторые из них мы можем решить, и во всяком случае снизить остроту по каким-то вопросам, затронутых вами. Ну, во-первых, относительно материальной стороны, наличие компьютеров и недофинансирование вузов в целом, а также
отсутствие средств на обновление технического обеспечения, если еще как бы больше обобщить то, о чем говорилось. Это, во всяком случае, частично удается компенсировать проектом CatFaGraG за счет бесплатных лицензий, о которых мы уже упоминали, а также, вот если говорить о лицензиях, то сейчас мы начинаем с непосредственно с одной программы, это SDL Trades. Сейчас было роздано вузам около 50 лицензий, вузам, которые принимают участие в проекте. А порядок каждой лицензии, их цену можно посмотреть на сайте производителя. Поэтому, как минимум, частично как бы решение материальной части достигается. Кроме того, следует отметить, что лояльность партнеров, производителей в отношении технических возможностей вузов тоже как бы достаточно высока. В частности, речь идет о максимальной совместимости предоставленных версий программного обеспечения с имеющимся в вузах программным оборудованием. Вернее, не программным, а просто компьютерным оборудованием. То есть по нашей договоренности производители готовы в ущерб маркетинговой целесообразности предоставлять ту версию программного обеспечения, которая сможет потянуть не самое новое компьютерное оборудование наших вузов. Я думаю, что мы к этому вопросу еще вернемся, но как бы отметить это важно. Во-вторых, в какой-то мере удалось облегчить субъективный фактор оторванности преподавателя от реальной переводки. Примерным условием участия в инициативе, как уже говорил Леонид Николаевич, является мотивация преподавателей, готовых самим пройти сертифицирование на знание ПО. То есть прежде чем самим учить, нужно пройти преподавателю, получить сертификат конкретного производителя автоматизированных систем перевода, что само по себе является подвигом в нашем конкретном случае, учитывая тот период времени, выпавший на новогодние крещенские праздники, когда им пришлось преподавателям нашим осваивать каты и проходить сертификацию. С нашей точки зрения, это не является полной заменой полноценного промышленного опыта, однако открывает для преподавателя определенную перспективу отрасли и позволяет увидеть картину по больнице. Еще одним немаловажным моментом при выборе программ для установки стало полное методическое сопровождение курса обучения сертификации. Вот один интересный момент, который следует тут отметить. Не секрет, что преподаватели умеют учиться и осваивают новую информацию, они, по сути, всю жизнь. Поэтому вот в процессе обучения КАТам им были освоены ряд опций, неизвестных даже опытным переводчикам, ввиду их нечастого использования этих опций. И когда как бы консультировали со мной, иногда мне тоже, несмотря на то, что как бы есть многолетний опыт работы с КАТами, приходилось консультироваться и смотреть некоторый функционал, который вот преподаватели уже знают, а я из-за нечастого использования некоторых опций об этом и подзабыл. На будущее, я думаю, что сертификацию логично было бы рассмотреть вариантом курса повышения квалификации для преподавателей. Есть такая строка вот в работе преподавателя, и каждых, там, по-моему, 3 года нужно проходить эти повышения, курсы повышения квалификации, и КАТы как нельзя лучше, и сертификация подходит для этого. Следует отметить еще один аспект, аспект юридический или аспект юридического внедрения. Тут нами после консультации с юристами вузов был разработан целый комплекс мероприятий. В зависимости от того, как часто вузу нужно обновлять договоренность с производителями, а в зависимости от производителя это бывает с разным частотой, имеется свой вариант решения проблемы. Я не буду сейчас вдаваться в юридические тонкости, скажу только, что вот все юридические вопросы были решены, и у вуза, принимающего участие в проекте CatFaGraG, не будет никаких проблем в этом смысле. Для представителей индустрии это может показаться странным, но тем не менее в вузовской системе явно определенная степень формализма. И, соответственно, мало того, что производитель предоставляет лицензии, нужна еще бумажка с печатью, справка с печатью. То, что эти лицензии законно получены, и их можно устанавливать. Задумываясь над созданием CatFaGraG, мы пытались учесть и реализовать все вышеизложенные аспекты, однако эффективность их реализации
задуманного в жизнь лучшее, мне кажется, расскажет конкретный участник проекта. Как уже было тут представлено, Наталья Павлюк, доцент кафедры перевода Киевского университета имени Бориса Гринченко, кандидат филологических наук и директор бюро перевода English Channel. Наталья, вам слово. Добрый день всем знакомым. Я очень рада познакомиться со всеми участниками. Вижу, что у нас большая аудитория, как большая лекционная зала. Я хотела сказать, что мы сейчас присутствуем при историческом моменте, потому что вот внедрение CAT-Tools в университетах – это огромный прорыв. То есть, мне кажется, мы вот все, кто заинтересован был и как-то старался делать определенные шаги в том, чтобы приблизить преподавание перевода к отрасли, я сама, в общем-то, уже много лет делаю какие-то попытки в этом направлении, и всегда с Александром мы об этом разговаривали, общались на конференции. Помнится, Александр выступал с Татьяной Струк у нас по этому поводу. Так вот, то, что у нас сейчас есть возможность устанавливать лицензионное программное обеспечение SDL Trados, я считаю, что это большой шаг вперед, и ну, дороги назад уже не будет. По поводу того, как у нас внедряется в университете обучение этой программе, я хочу сказать, во-первых, что мы находимся, наша кафедра находится немножко в более благоприятных условиях, потому что мы не ощущаем инертного отношения самого университета, Киевского университета имени Бориса Гринченко в этом отношении. Здесь как раз наоборот все направлено на поддержку инноваций, новых технологий, и мы как раз вот в этом отношении в одной струе с общим таким направлением движения. Кроме того, на кафедре оказывается у нас очень, ну, достаточно много энтузиастов этого дела, то есть у нас сформировалась рабочая группа из уже 4 преподавателей, которые участвуют в этом, и вместе со студентами обучение будут проходить и преподаватели, на них выписаны лицензии, и они будут обучаться и проходить сертификацию в конце. Как это мы организовали академически? Ну, на голом энтузиазме, так скажем. У нас, в общем-то, будет факультатив. Это, поскольку уже курс закончился информационных технологий при обучении перевода в прошлом семестре, где студенты изучали другие направления, ну, тоже очень важные, то в этом семестре мы решили опробовать все это в виде факультатива. По субботам студенты магистратуры 5-6 курс будут посещать занятия, и те преподаватели, которые с ними тоже решили пройти курс обучения. Что я хочу сказать по поводу, ну, пользы дела? Кроме того, что это повышает конкурентоспособность будущих переводчиков на рынке труда, как мы знаем сейчас, рано или поздно они сталкиваются с тем, что им предложат выполнить работу в Trados или в другой программе. Они должны или владеть уже этой техникой, или уметь быстро овладеть. Но зная один из катов, в принципе, гораздо легче овладеть всеми остальными. Это во-первых. Во-вторых, студенты очень любят новые технологии, им нравятся компьютерные программы, они всегда очень с большим интересом разбираются во всем новом. И я думаю, что в плане повышения интереса и мотивации к учебе это тоже очень серьезный большой шаг, потому что для нас, для всех не секрет, что далеко не каждый студент переводческого отделения хочет быть переводчиком в конце. То есть это то, что всегда меня крайне огорчало и заставляло действовать, искать какие-то новые решения. Что касается непосредственно технической стороны вопроса, на компьютерный класс из 15 рабочих мест выделено 15 лицензий. Почему 15? Потому что это самые современные компьютеры для
нашего корпуса, они не самые современные в плане техническом, но самые лучшие из того, что было, нам выделили под этот курс. И там устанавливаются лицензии, программное обеспечение выделяется для 15 человек, из которых двое преподавателей, остальные студенты, выписываются лицензии, по которым они потом смогут проходить сертификацию. Что по поводу компьютеров. Я хочу сказать огромнейшее спасибо Александру Бондаренко и представителям компании Tratos, за Александру за неслыханный энтузиазм и подвижничество, а Tratos'у за гибкость и за то, что они, несмотря на политика компании предоставляет лицензии на последнюю версию программы, они пошли нам навстречу, для наших вузов предоставили предпоследнюю версию, которая совместима с нашими компьютерами. С такими характеристиками компьютеры, в принципе, есть почти во всех вузах, где преподается перевод, поэтому действительно реальный шанс. Что бы я хотела сказать еще по поводу того, что предоставляется вместе с этой программой. Вместе с программой предоставляются рабочие материалы, которые, по сути, являются инструкцией к применению программы. Очень подробная, со скриншотами, с описаниями и комментариями, со справочными материалами. То есть самый большой новичок в этом деле может проходить и изучать совершенно спокойно эти вещи. Есть sample files. Это очень хорошо. То есть в самой программе открываются файлы, которые могут быть разных форматов. Tratos принимает уже, по-моему, чуть ли не все возможные форматы, преобразует для себя и потом выдает готовый продукт в изначальном виде. Очень хорошо, что есть sample files. Недостатком является то, что языковые пары не содержат украинского или русского языка, с которыми придется работать нашим студентам. Тут, конечно, нам поле для деятельности открывается, и мы можем разрабатывать уже свои материалы для этого, для обучения, и внедрять их при помощи этих программ. После прохождения и изучения этих материалов там имеются тесты непосредственно на каждого из участников, которые тоже разбиваются на три уровня, и можно проходить их последовательно. Ну, по завершению, при удачной сдаче этого теста, получает человек сертификат именной, то есть ссылка на сертификат, так скажем, где указываются все данные про участника этого процесса, включая его имя, фамилию по загранпаспорту и все данные. То есть в этом ни у какого работодателя не возникнет вопросов к истинности этого сертификата. К сожалению, мне приходится делать акцент на этом, мы все знаем почему. Что в перспективе? Мы пока только начинаем, приступили к работе. По поводу сложностей, вопросов, трудностей, реакции студентов, их результатов можно будет поговорить позже. И я была бы рада иметь такую возможность поделиться впечатлениями. Но хотелось бы сказать, что много существует средств автоматизированного перевода, и мы нацелены на изучение не только офлайновых версий, но и облачных систем и разных программ, которые создают терминологическую базу. То есть в перспективе хотелось бы познакомить студентов со всеми видами хотя бы и направлениями, типами, так скажем, автоматизированных систем перевода. Ну, на этом я, наверное, пока что буду закругляться и жду ваших вопросов, буду рада ответить на них.
Спасибо, Наталья. Я два буквально коротких комментария дам, и мы пойдем дальше по нашему плану. Первое, относительно выбранного для начального внедрения курса производителя, это SDL Trades, на самом деле именно этот производитель предоставляет самые, как сказала Наталья, скажем так, очень детально проработанные методические материалы. Поэтому вот с методической точки зрения преподавателю, который никогда не видел и не слышал о катах, начинать лучше именно с этого производителя. Безусловно, потом, так как у нас участвующих в программе много, 7 человек сейчас, а будет еще больше, будет возможность подключить и других производителей. Ну, а сейчас я передаю слово Николаевичу, который расскажет еще об одном вузе, в котором внедряются автоматизированные системы перевода, и об преподавателе, который передал свой опыт. Это Алла Сергеевна Альховская, доцент кафедры перевода с английского языка университета имени Каразина. И, собственно, их опыт, то, чего они добиваются и какие задачи ставят перед курсом. Леонид Николаевич, пожалуйста, вам слово. Меня видно на большом экране? Видно? И хорошо слышно, а то Александра Сергеевича плохо слышно. Значит, у нас рассчитан сам процесс исследования эффективности обучения на 2 семестра. Сейчас, вот до 8 марта, у нас идет подготовительный этап, поскольку группа, которая будет обучаться, это 5-й курс, они сейчас на практике, они выйдут 9 марта. И с 9 марта до конца семестра мы будем исследовать эффективность такого обучения. В следующем семестре мы планируем проверить его на 4-м курсе. И, возможно, там будут, ну, это зависит от технических, может быть, будет не одна группа, а также будут контрольные группы. Кроме того, мы планируем после окончания во 2-м семестре следующего учебного года направить студентов, которые проходили обучение, в переводческие компании для того, чтобы проверить, насколько эффективно, для того, чтобы представители быстрее оценили уже, насколько эффективным было это обучение. Я думаю, что учитывая то, что на протяжении этого семестра будет накоплен определенный опыт преподавания и у нас, то есть в Харькове, и в Наталье Вениаминовне в Киеве, то мы можем провести там где-нибудь в июне семинар, может быть совместный, и обсудить планы на следующий семестр. Ну, я вижу, что у них организационные проблемы очень хорошо решаются, так что я желаю им всяческих успехов в этом. Но да, там есть проблема вот с материалом обучения, имеется в виду прежде всего украинский язык, но это как раз хороший стимул для того, чтобы этот компонент разработан. Раз его нет, то его точно нужно разрабатывать. И я думаю, что там есть перспективы на какой-то уже, ну, промышленные направления такой разработки, потому что если будут определенные принципы этого, то я думаю, что найдется много заинтересованных людей, которые хотели бы, чтобы им этот компонент как раз разработали. В чем есть, как говорят у нас, перспектива дальнейшего исследования. Вот. Ну и в целом процесс у нас начался. И тут важно, скажем, сейчас не столько расширить диапазон или количество учебных заведений, которые берут в этом участие, сколько сейчас определить более-менее оптимальное направление этого процесса, а потом уже охватывать больше университетов, поскольку, ну, другие университеты, когда они присоединятся, у них возникнет много вопросов, на которые на данном этапе мы, может быть, не совсем готовы
ответить. А уже через семестр у нас, я думаю, будет определенный материал. Дальше. У нас в следующем году, в 17-м, будет достаточно крупная, я имею в виду, у нас в Харьковском университете имени Каразина национально, у нас будет достаточно крупная конференция чисто по переводу. Я надеюсь, что и Наталья Вениаминовна приедет к нам с докладом, и мы постараемся с Аллой Сергеевной тоже подготовить материалы, включая видеоматериалы, и, может быть, тогда мы будем поднимать вопросы о целесообразности вместе с Александром Сергеевичем, организации каких-то школ, может, обучения этих преподавателей или просто семинаров, круглых столов, на котором мы могли бы, ну, не просто на конференции, это доклад, так? Ну, может быть, там, воркшоп какой-то на час-полтора, а так и можно было бы там работать день, два или три для того, чтобы показать, как все это происходит. И для этого, Наталья Вениаминовна, я вам тоже бы рекомендовал делать видеосъемку своих классов, потому что оттуда так собрать студентов где-то, это тяжело. Потом там некоторые вещи проявляются там только раз в четыре занятия или прочее. А из видеосъемки мы можем нарезать достаточно много фрагментов материалов, которые потом можно компоновать в учебный фильм и использовать его во время таких семинаров. Ну, так что планов у нас громадье. И я надеюсь, что мы все это осилим, углубим там и так далее, как говорят. Спасибо. Да, спасибо, Леонид Николаевич. Спасибо за опыт, которым вы поделились. Сейчас я хочу дать такую небольшую пошаговую инструкцию для вузов, которые после нашего вебинара решат внедрять курс автоматизированной системы перевода у себя. Для того, чтобы начать участие в проекте «Катфоград», нужно совсем немного, два всего лишь шага. Первый – это определить координатора, ответственного за внедрение курса в вашем вузе, и написать письмо на адрес. Я попрошу вывести сейчас слайд с адресом, если можно. Да, адресом avandrenko@translate.com, в котором будет выражаться желание вуза внедрить курс у себя. В письме желательно указать точное название вуза и, собственно, координаты человека, который будет отвечать за внедрение курса у вас в вузе. Еще хочу, скажем так, сделать такое небольшое резюме и повторить, может быть, некоторые вещи, которые уже были сказаны, а некоторые добавить. Как уже говорил Леонид Николаевич, цель проекта «Катфоград» в этом учебном году была выработать эффективную методику начального внедрения автоматизированных систем перевода в высших учебных заведениях. Поэтому за количеством в этом учебном году мы не гнались. По плану и предварительной договоренности уже в следующем году для того, чтобы перенять обкатанную методику, к нам присоединится уже более значительное количество вузов. Поэтому результатом в этом году должна стать обкатанная методика, а не, скажем так, значительное количество вузов, которые уже проведут у себя этот курс. Ну и еще раз хочу пригласить коллег из вузов присоединяться к нашему проекту. Более легкого и комфортного способа внедрить обучение КАТом в своих вузах вы сейчас не найдете. Впоследствии мы планируем расширить арсенал инструментов, материалами по машинному переводу, разработкам. Я приглашаю связываться с нами по электронному адресу, который я, собственно, озвучил уже, и пообщаться лично приглашаю на конференцию, ну, на ближайшее «Мобы Свит», который пройдет в моем родном вузе 17-18 марта в Кировограде, или же на ежегодной конференции в Авиационном университете «Фаховый художественный проект», это будет 15-16 апреля. Там я выступаю с мастер-классом, и все желающие смогут более тесно пообщаться во внедрении КАТа в своем вузе. Также о проекте «Катфоград» мы будем говорить на
панельной дискуссии на конференции TLC в Варшаве. Ну и самое важное, конечно же, самое главное. Мы увидимся на Ютике в июне, и у костра в шортах и без галстуков обсудим, как Катфоград может помочь вашему вузу. Спасибо большое. Готовы ответить на ваши вопросы. Большое спасибо, Александр, Наталья и Леонид Николаевич. Я вижу один вопрос в чате по поводу Традоса и обучения преподавателей этому инструменту. Вопрос от Елены. Можно ли дистанционно проходить курсы повышения квалификации в этом ключе? Хороший вопрос, на самом деле, относительно дистанционного обучения КАТом в принципе. И то, что касается, насколько я понимаю, в данном случае речь идет о преподавателях, я правильно понял? На самом деле, если речь идет о преподавателях и о курсах, собственно, повышение квалификации для них, то, безусловно, это так и происходит. То есть выдаются производителям все материалы, а преподаватель, соответственно, изучает их, задает вопросы, если у него есть, и в конце проходит непосредственно сертификацию по продукту. Поэтому удаленность прохождения этого курса, она как бы по умолчанию предусмотрена. То есть никто никуда не едет, не стоит в очереди и, не знаю, присутствует только онлайн. Поэтому как бы заочное онлайн обучение тут в полном объеме применяется. Может, кто-то из коллег хочет добавить что-то? Там полный ответ. Наверное, ничего. А вопрос, кстати, нужно осветить. Сколько стоит для вуза участие в проекте? Хороший вопрос. Спасибо, Валентина, и спасибо тому, кто спросил. Участие в проекте абсолютно бесплатно. Для всех тех, кто уже в нем участвует, и для всех тех, кто будет участвовать в нем всегда. То есть это полностью социальная инициатива, и как бы никаких средств не нужно, только энтузиазм и желание вузов принимать в нем участие. Здорово. Большое спасибо, Александр. То есть еще раз повторяем, что участие бесплатное. Дальше вопрос от Евгения. Могут ли принимать участие вузы не из Украины? Да, конечно. Мы всем будем рады. И более того, на следующий год уже два вуза не из Украины подали заявку на участие и, соответственно, будут принимать участие. Поэтому это международный проект и касается не только вузов Украины. Спасибо, Александр. Идем дальше. У нас появляется вопрос, это замечательно. А как вы считаете, на каком курсе уместнее всего начинать обучение как инструментом? На уровне graduate или, может быть, раньше? Я думаю, тут слово вот тем участникам проекта, которые уже внедряют в себя курс, мне кажется, они ответят лучше. Если можно, да, я свои соображения изложу по этому поводу. Мы выбрали магистратуру, потому что им скоро уходить, им работать, и сейчас они обучаются и будут обучаться этим средствам. Но как жизнь показывает, начинать надо работать очень рано. И, естественно, осваивать новые технологии надо тоже, чем раньше, тем лучше. Может быть, не с первого курса, может быть, с третьего. Но это однозначно не дожидаясь окончания учебы. Точно так же, как практиковать перевод. Искать работу переводчикам, мелкие заказы, редкие, но обязательно, чем раньше, тем лучше. С третьего курса уже надо начинать, потому что очень быстро пролетает 4 года, вообще 5-6 лет тоже, и тут ты выходишь без опыта работы, и CAT-22 еще никто не отменял, как говорится. Спасибо. Большое спасибо, Наталья. Как говорится, нужно чем раньше, тем лучше, но никогда не поздно. Это точно. Есть еще один вопрос по поводу того, есть ли смысл не зацикливаться на одном КАТ-инструменте, а давать студентам как можно более широкий арсенал средств. Ну, по-моему, частично на этот вопрос ответила Наталья, когда говорила. Безусловно, в одном из первых вебинаров представитель одного из производителей откровенно сказал, что он бы советовал
давать два самых распространенных ката, а третий по выбору уже как будет. Вот, собственно, и мой опыт уже неоднолетнее обучение катов подтверждает, что как минимум должно быть две разновидности. Это десктоп-версия, которая устанавливается на компьютер, и облачная какой-то автоматизированная система перевода, чтобы студенты могли, ну, были знакомы с обеими типами катов. Можно я прокомментирую? Да-да, дальше уже количество не так важно. Да-да, пожалуйста. Почему важно десктоп и облачные системы? Потому что они принципиально отличаются по месту работы, то есть, в общем-то, и по тому компьютеру, за которым ты работаешь. Если у тебя только десктоп, ты можешь работать за своим компьютером, и только при условии, если ты его сам переносишь, то... программа будет ходить за тобой. Если же ты работаешь в облачной системе, ты можешь работать с любого компьютера, из любой точки, в общем-то, используя все свои наработки. Вот такая разница, и, скорее всего, действительно нужно эти два направления осваивать. Спасибо. Чудесно. Как мы видим, преподаватели, которые принимают участие в программе, могут отвечать на вопросы уже лучше, чем... Лучше вместе лучше. Потому вместе веселее всегда. Это правда. Именно для этого создавался Катфуград. Спасибо большое, Александр и Наталья. Переходим к следующему вопросу. Могут ли пройти курс только преподаватели, или же можно пройти его с личной целью для получения сертификата? Тут нужно уточнить, то есть речь идет о студентах или просто о фрилансерах, которые хотят пройти, ну, скажем так, узнать какие-то базовые вещи для лучшего владения катом. Если речь идет о студентах, то мы сейчас как раз находимся в стадии переговоров с производителями, с тем, чтобы набрать такие тестовые группы из студентов, в вузах которых еще не внедрили этот курс. Ну и очевидно, что в течение года ничего не поменяется, а им нужно выходить уже на рынок, то есть они в этом или в следующем году закончат обучение. И, соответственно, вот такие онлайн-группы мы планируем с следующего года в тестовом режиме попробовать запустить. Но в данном случае речь идет о студентах, о фрилансерах пока речь не идет. То есть это все-таки обучающий курс, и он больше ориентирован на студентов и на преподавателей, которые хотят внедрить у себя. Но, пожалуйста, контактируйте с нами по вот тому адресу, о котором говорилось. Если будет много желающих, то мы достаточно гибки, как вы видите, с тем, чтобы вносить изменения в свои планы и организовать и такие группы, если они будут. Спасибо. Спасибо, Александр. Такой вопрос. Как долго продлится проект? Учитывая необходимость планирования, можем ли мы как ВУЗ обратиться к вам через год, чтобы внедрить курс в обучение в 2017-2018 годах? Валентина так убедительно прочитала вопрос, что я почти поверил, что она представитель ВУЗа. Ну, на самом деле, мы обещаем, что это не одноразовая акция, что это только начало, и курс будет жить долго и продуктивно. Поэтому, безусловно, можете обращаться к нам и через год, и через два. Такая возможность будет. Курс будет, и он всегда будет бесплатен. Соответственно, возможность у вузов всегда обратиться и начать сотрудничать по вопросу внедрения катов будет всегда. И что еще хотел сказать? Единственное, вот, насколько я понимаю, это был представитель вуза, который задал этот вопрос. Даже если вы планируете внедрять у себя кат через год, я понимаю, с чем это связано, то есть планы на следующий год утверждаются весной предыдущего года, я бы советовал все-таки связаться с нами, с тем, чтобы получить какие-то методические рекомендации, с тем, чтобы быть методически и морально готовым вводить его даже через год. Спасибо. Спасибо, Александр. Вопрос еще есть в чате. Есть ли какая-то кат-программа, освоив которую можно работать на любых кошках? Хороший вопрос, на самом деле. Есть несколько кат-программ. Может быть, Наталья ответит? Я думаю, у вас лучше получится. Да? Да. На самом деле есть несколько программ, которые очень близки
и стремятся к тому, чтобы быть взаимозаменяемым. Вот два самых распространенных производителя – это NMOQ и SDL Trados. Сейчас очень близки к тому, чтобы по многим функциям заменять друг друга. Безусловно, элемент конкуренции он имеется, и ну, какие-то новые опции будут, безусловно, появляться, но по основному функционалу, вот, собственно, могу рассказать некоторые хитрости, те, которые используются в работе уже переводческой компании, непосредственно моей компании Translatel. Иногда, когда нам присылают проект, который требует над ним работы большого количества специалистов одновременной, а у нас нет серверной версии как бы всех программ, мы можем, если, естественно, не пострадают, скажем так, переведенные файлы технически от этого, выполнять перевод в другой программе, в которой у нас присутствует серверная версия, и конечный продукт и перевод при этом не пострадает. Соответственно, скажем так, вот эти две программы, которые я назвал, они основные и во многих аспектах взаимозаменяющие друг друга. Поэтому, обучившись одной, очень легко потом работать с функционалом другой и всех остальных программ на рынке. Спасибо большое. Спасибо, Александр. Кажется, у нас нет больше вопросов ни в одном из мест, где они могли бы быть. Господа, давайте, если у вас возникнут вопросы немного позже, вы всегда их сможете задать в комментариях к тому посту, ссылку на который мы предоставили в описании этой трансляции. Мы обязательно передадим их Александру, и он обязательно на них ответит. Большое спасибо, Александр, Наталья и Леонид Николаевич. Уважаемые слушатели, мы бы хотели показать вам еще несколько слайдов и напомнить о том, что продолжается регистрация заявок на доклады конференции UTIC-2016. По ссылке на слайде, а в видеозаписи все ссылки будут кликабельны, вы можете перейти к странице нашего сайта, где можно оставить свою заявку. Выступая на конференции, можно заработать огромный плюс для своего резюме, поделиться наработками с профессионалами отрасли, получить ценную обратную связь от коллег, а также множество новых идей. А материалы докладов, мастер-классов и вебинаров прошлых конференций можно посмотреть, перейдя по этим ссылкам. Рекомендуем найти и посмотреть доклады на интересующие вас темы, чтобы продолжить их обсуждение уже на UTIC-2016. Все самые актуальные новости о конференции, анонсы вебинаров и других событий мы размещаем на страничках социальных сетей. Их список сейчас перед вами. Подписывайтесь на нас, задавайте вопросы, комментируйте. А если вы смотрите вебинар в записи, напоминаю, все ссылки кликабельны. Сейчас в чате появится ссылка на форму обратной связи. Заполнение займет у вас не более минуты. Просим оставить свои отзывы и пожелания. Так, ссылку вставила. Благодарим за поддержку компанию Language Solutions Pro, партнер вебинаров UTIC. Оставайтесь с нами, следите за новостями на наших страницах в соцсетях и на сайте. Благодарю всех за внимание. Александр, Наталья, Николаевич, большое спасибо, что были сегодня с нами. Если вы хотите что-нибудь сказать на прощание нашим слушателям, как раз вот сейчас есть такая возможность. Спасибо большое всем, коллеги. Извините за технические накладки. Надеюсь, что основную мысль мы внесли. И увидимся еще раз. Я надеюсь, еще не раз. То, что касается технологических компетенций курса «Кат-квадрат». Спасибо. Всем большое спасибо за предоставленную возможность организаторам и моим коллегам, давно знакомым, и, естественно, всем слушателям. Очень рада была с вами познакомиться. Желаю всем успехов. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего, коллеги. До свидания. Большое всем спасибо за внимание еще раз. Большое спасибо, коллеги. До новых встреч на вебинарах UTIC.